А вы уже познакомились с командой? Кто-нибудь из тех, с кем вы работали раньше в GQ? Это в каком году это было? Когда я ушел из GQ в 2007. Кто-нибудь остался из тех людей, которые с половина вами? Половина команды так и работают. Ага. Так. Я знаю. Команда просто вот за что я Мише очень благодарен. Это Михаил то, Идов, что... это ваш предшественник. Да, за то, что команда, которая после него осталась, просто фантастическая команда. И вот у меня есть ощущение, что с ней будет очень комфортно работать. Значит, я так понял, что кадровых подвижек не предвидится. Во всяком случае, вы пока декларируете, что вас устраивает команда, и вы... Ну, я не то, что декларирую, я правду говорю. Там, я знаю почти всех, и там сейчас просто очень хорошая команда, очень хорошая. Ну, то есть я не скажу за всю Москву, но одна из лучших в Москве, это точно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».